Интерес к фотографии у Владимира Побединского появился в начале нулевых. С тех пор на его счету уже более 20 персональных выставок. Практически каждый год в Доме музея Пророкова он подводит промежуточные итоги своей творческой деятельности. На этот раз экспозиция посвящена природе Ивановского края. Особое внимание привлекают рассветы, ради которых фотограф просыпается глубокой ночью и отправляется ловить зарю подальше от города. Городскому жителю всегда хочется сбежать из города, попасть на природу, насладиться ее красотой, запечатлеть эту красоту, и поделиться с окружающими. Потому что даже сейчас взять зима, мало солнца, там плохая погода, люди, обремененные, замученные работой, бытом, они приходят на такие выставки и отдыхает душой. На выставке представлено несколько десятков работ Побединского. Фотографии совершенно разные, так сразу и не поймешь, что все они были сделаны на территории нашего региона. Отдаленные уголки губернии, до которых еще не добралась цивилизация, остаются нетронутыми, а потому столь заманчивыми для фотографа. Обычно наши посетители очень любят фотовыставки и, в частности, работы Владимира Семеновича Побединского. В хмурый зимний день, очень хочется света, солнца, ярких красок. Это все есть на этой выставке. Этим можно полюбоваться, этим можно восхититься, поднять свое настроение. Особенно такие сумрачные пасмурные дни. Творческая биография Побединского началась с нетривиальной задачи – запечатлеть на камеру все храмы и церкви Ивановской области. Мужчина объехал почти каждый населенный пункт, попутно изучая культуру местного населения. Так появился еще один проект, связанный с особенностями быта сельских жителей. Набрался целый альбом. Здесь изображена семья. Сын и мама. Они живут в деревне Непотягово. Даже само название – это песня Непотягово. Это мои друзья, к которым я уже много-много лет езжу, в гости. И был такой момент, когда я приехал зимой, фотоаппарат, все вещи у меня остались в машине. Я вхожу в избу, крепко натопленную, и вижу такую картину. Сидит мама, сын ее, Николай, мой друг, отражается в зеркале. Рядом на холодильнике сидит кот, на столе банки с капустой, еще с чем-то, снеть деревенская. И даже, не один кот, а три кота, а с другой стороны еще два кота сидят. То есть такая компания. А у меня кроме сотового телефона ничего нет. То есть это на мобильный телефон? Да, это единственная фотография во всем альбоме. Снято на мобильный телефон. Владимир Побединский часто путешествует, причем не только по России. В поездке всегда берет фотоаппарат. Но самые лучшие работы, по собственному признанию, получаются дома, в родном крае. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.